Итак, 22 марта, 18 год, мы с вами находимся в районе Бешмертебе. Вот прямо по курсу с левой стороны за светофором отсека Чебурашка. Хочу вам показать этот участок, здесь небольшой, здесь сейчас идет снос домов. Сейчас вот повернем направо, поедем в сторону метро. Скажем так, с правой стороны у нас находится 18-я школа. Женщина, освобожденная Востока, памятник освобожденной женщины Востока, снимающий чадру. И поворачиваем направо, едем в сторону Тязя Базара, пропускаем пешехода. Пожалуйста, вам тоже спасибо. Едем в сторону Тязя Базара, по нижней части, улица Салатына Аскерова, бывшая первая Свердловская или Свердлова. Вот здесь сейчас идет массовый снос домов, все это будет ломаться, поэтому я вам хотел показать этот район. Прощание со старым городом. Зона права, улица бывшая Карганова, ныне Расул Мурза. Вот видите, здесь все ломается. Весь этот квартал будет ломаться. Видите, снимают кондиционеры, имущество. Скоро все снесут. Справа после перекрестка еврейский дом, так называемый. Дальше прямо это бульвар зимний. Перейдем налево. Едем в сторону 15-й школы. С левой стороны 15-я школа. Параллельно с нашим движением с правой стороны улица Физули, бывшая Басина. А мы идем ниже Тазя Базара, улица бывшее название, по-моему, Камо или Кецхавели, я никак не помню, никак не могу запомнить, какая из них была Камо, какая Кецхавели. Думаю, вы мне это сможете напомнить в комментариях к этому видео. Сейчас пойдем прямо и выйдем к 46-й школе. Geçen illerden benden aynan günler taşan illerden sinemi göynetti hasreti derden sensiz yaşama alıştım artık. Вот после перекрестка светофора 46-я школа. А эта улица называется Сулеймана Рахимова. А сейчас перекресток светофор, это проспект Бейбутова. Раньше назывался лейтенанта Шмидта. Вот здесь с правой стороны, после перекрестка, чуть вперед, если здесь это улица Сулеймана Рустама, та самая шашлычная, где я угощаю шашлыком своих гостей. Вернее, где мы едим с ними шашлыки.
Вот прямо чуть метров 10 вперед, вниз, с правой стороны, та самая шашлычная, о которой я вам говорил. Есть видео, ссылка будет в описании. Перекресток Сазадлык, бывший проспект Ленина. С правой стороны вокзал, там внизу, вниз, если ехать в сторону вокзала. Марта, 18 год. Небольшая автопрогулка по городу. Поехали. Справа, направо это в сторону 28 мая, 28 апреля, метро. Прямо едем. С правой стороны скверик имени Теслы. Там вот поставили памятник Никола Тесла. Не знаю, будет ли видно на экране, но... Вот здесь с правой стороны вход на вокзал. Въезд на вокзал, вернее. Вход с другой стороны, а для машин вот здесь. Вот где? Прямо здесь. И поехали проспект Хатаи в сторону Чарк-Базары. С правой стороны, за заборчиком вокзал. Итак, 22 апреля, 18 год. Меня зовут Никита Раскеров. Спасибо за внимание. Приезжайте в Баку. Мое такси к вашим услугам. Любой каприз за ваши деньги. Пока.